Еще год назад здесь контора называлась Росгидро, теперь она ДЭК, Дальневосточная энергетическая компания. Как только Чубайс свалил со страны, пошло переоформление, да, передел скрытый. То есть вот эти все конторы, собирающие все, как говорится, сдирающие с людей, нехило так. Это край, где гидроресурсы вкладывали, с края снимали финансирование, отправляли на строительство, на Росгидро, на Бурейскую ГЭС. Теперь край, блин, получает по 5 с лихвым рублей за киловатт-час люди получают энергию. То есть зато китайцы там рубль 20, рубль 27. То есть вот кого мы спонсируем, да, этих утырков. И вот эти конторы кругом, да, мимикрируют, меняются, перерегистрируются. Но зато у них какая крыша, то есть выставляет, ставит людей на счетчик просто, и живых, и мертвых, блин. Вот сейчас я ходил уже со второй попытки, все никак не мог переоформить счета. На больше чем полгода назад умер человек, ему все счета исправно присылают. И, как говорится, с вонью, с этими самыми, со стрессами, со сбором всяких бумажек доказываешь, блин. Очевидное, короче. Хотя на руках справка о смерти, ну, она для них не является основанием. То есть вы живы для конторы, короче. Это вот дивный цифровой мир. Усиленно склоняли к принятию цифрового мира, к обработке персональных данных, но отказался как бы. Причем самое смешное, жалко, не смог зафотать. Почему-то контора, значит, счет за тепло, там, за электроэнергию, зачем-то им ННН ваш налоговый, да, и снил страховой. На вопрос, а нахера? Вообще, а нахера? А с какого хера? Ну, мало ли, что числится на ННН, да, там, собственность ваша, бизнес может числиться. Зачем конторе ей достаточно счет по конкретному адресу выставить тепло? Зачем ей вот это все? Плюс у них есть паспортные данные непосредственно того, кому, ну, как у любой сделки, да. То есть просто охерели. Торгуют данными нашими, собирают базы на нас, рейтинги нам какие-то выставляют, для какие мы для них, ершистые или нет. Вот это все блядство спонсируется вместо реального дела. А народ вон задница. Объект с искульбыта, он так без крыши стоит. Ну и огорчу я вас, теперь про конторы закончили. Вот тут вот контора была, ну я уже ее прошел, вот следующая, да, Ростелеком. Вот висит это самое, это я зимой еще снимал. Тоже пошел закрывать счета, а она уже свинтила, короче. Она уже и слилась, исчезла. То есть виртуально она присутствует, но рулит новосибирский, типа. То есть ближе не нашлось. Новосибирский рулит управо. Шлите туда, бумажки, претензии, все. И при этом исправно также подкидывает счета, то есть нет возможности от них отключиться. Где хотите, ищите там, в электронном мире ищите ее, там доказывайте что-то. Ну, то есть вступайте в непонятные отношения, хотя я заключал договор вначале даже не с Ростелекомом, а с Дальтелекомом. То есть была местная наша контора 15 лет назад. Ну вот так вот, короче. Поэтому я вот без интернета теперь. Вернее, у меня только мобильный. Потому что он более практичный. И без этой конторы, короче, хреновой. Ну а теперь про музыку, значит. Ролик вот провисел. Название 2 дня я вчера смонтировал. Ролик, значит... Ну, гигабайт, ролик, все дела. И YouTube его просто берет и выкидывает нахрен. То есть загрузка, все, YouTube его берет и закрывает. И сейчас у меня возможности нет. Опять я вот записываю, да. Вот это вот. Потому что все, мне закрыли опять стримы. То есть непонятно. Ну, так на пару недель, думаю, минимум. У них стандартная процедура на пару недель. На пару недель нахрен. С поля. То есть эти все паразиты очень бойко бьются за вашу энергию, ваше внимание, да, за то, чтобы уничтожить какие-то альтернативы, ну и не только в области ЖКХ, да, как видим, но и в области музыки, там, всего остального, электроники. Вот. Ладно.
Поэтому ролик этот, кстати, я выложил на Бусти. На Бусти делать нечего, как говорится, тоже козлячий ресурс, ну, хотя бы, как говорится, альтернатива есть. Жалко работы, масса работы, масса, как говорится, и не факт, кстати, я вот сейчас этот ролик выложу, да, попробую его на YouTube загнать, который вот я записываю сейчас, не факт, что он, его удастся сейчас даже его на YouTube выложить, хотя тут никакой музыки, только вот гавкающие собаки. Собака Баскервилли. Поэтому, может быть, этот ролик я тоже на Бусти выложу. Ну, как бы, надо же, как говорится, признаки жизни подавать. Тем более, учитывая, что ситуация у меня крайне веселая, короче. Кстати, еще интересно, стало неадекватно себя Авито вести. Даже Авито что-то начало скидывать объявления, короче. Вот, стоило сделать комбик, короче, понеслась цепочка, блин, наездов каких-то. Поэтому увидите на Авито объявление, там не все, там спектр того, что продается, несколько шире, даже намного шире, да. Ну, как бы, именно собрано имеется в наличии, то есть ждать не надо. Как говорится, заплатил и получил там. Минус время на пересылку. Вот такие вот дела. Ладно, все, ребятки. Я закончил. Вот дождь собирается что-то. Показывать особо нечего тут все. Настолько уныло, убого, короче. Что ну его нафиг. Асфальт, который вот клали буквально в том году, он уже, люки вылезли, уже он проваливается. Все лето посвящали ему. Укладывали вот здесь вот асфальт, и уже он все торчит. Ну а это про форм Silversound. Вот видите, засранец. Помните, была атака полгода назад на аккаунт. Вот тут же синхронно, видите, плющит ублюдка. То есть, когда 20 с лишним тысяч, 27 тысяч мне закинул вот таких вот порнографических, видите. Шлепок, бедняга, блин. Исходил, как говорится, на говно в феврале, вот на 23 февраля. Чтобы вот это, ну, сейчас уже панель администрирования, все рассматривается через призму администрирования, поэтому матерящиеся вот эти вот боты не нужны. То есть форум висит, читайте на здоровье, смотрите. Как бы, ну, а с регистрацией, видите, приходится из-за того, что наезды стереть не могут, ну, хотят напакостить, нагадить, как бы утопить в дерьме, это завсегда. Это, конечно, отдает хохлодурка этой придурочной Канадой там, да, и так далее. И прочей говной пидорской демократии, короче. Ну, поэтому пидорам пидоров, пидоров мы сейчас удаляем просто. Вот и все. Вот так вот их удалите. Нахер, короче. Нахер, видите.